Наравне с мальчишками она берет в руки деревянный брусок, встает к электроинструменту и начинает умело мастерить очередной шедевр. Пятиклассница Настя, как и ее одноклассники, не пропускает уроки труда. Причина проста. В гимназии номер 34, где они учатся, оборудовали новый кабинет технологии. Один раз нас вместо технологии для девочек послали для мальчиков. Ну и мы там выпиливали пазл. Я не смогла полностью выпилить, и мне пришлось к Сергею Владимировичу прийти и до конца выпилить. Ну и так и началось. Гимназия стала пилотной площадкой по реализации проекта по оснащению кабинетов технологии современным оборудованием. В рамках государственно-частного партнерства с компанией Robert Bosch теперь у каждого ученика есть специализированный верстак, комплект инструментов и средства индивидуальной защиты. Сергей Владимирович, преподаватель технологии, искренне болеет за свое дело и верит, что обучение поможет сделать из школьников настоящих мужчин. Ребята ходят с удовольствием. То есть у нас помимо уроков технологии, еще внеурочная деятельность. У меня получается 2 раза в неделю, по 2 часа, кабинет занят, дети уходят уже далеко за предел время. Помимо кабинета для мальчиков, новыми швейными машинками и утюгами оснастили и кабинет домоводства для девочек. С материально-технической базой ознакомился глава региона Сергей Морозов. По словам представителей самой компании-поставщика, суть проекта на примере гимназии показать, как бизнес видит оборудование кабинета технологии. Я, честно сказать, был в разных школах и видел разное количество различного оборудования в кабинете технологии, но скажу откровенно, нигде не видел современного электроинструмента, который на сегодняшний день используют абсолютно все практически. Поэтому мы решили, что чтобы не показывать, что называется, на пальцах, нам нужно просто сделать оборудование, поставить оборудование в эту гимназию. Осмотрев кабинеты, губернатор выступил с инициативой распространить подобный опыт на территории всей области с учетом потребностей и особенностей школ. Полное переоснащение кабинетов технологий планируется в течение 5 лет. Дарья Судрева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.